Еще раз всем доброе утро. Это «Утро на колесах», первый городской канал, естественно, прямой эфир. А прямо за моей спиной уже в студии сидит наша очередная гостья прямого эфира. Зовут ее Мария Сапко. Много-много-много-много интересного она вам наверняка сейчас поведает. Но у меня к вам, Мария, лично есть вопрос. С ней, конечно, будет разговаривать другая Мария Романова. Но к Марии Сапко у меня есть вопрос. Как правильно на самом деле готовиться к Новому году? И что такого людям можно приобрести у вас? Или, может быть, какие-то дельные советы вы нам подскажете? Девочки, вам в студии слово. Хороший вопрос, Машенька. Доброе утро. Доброе утро. Я, собственно, готова его продублировать. Так как правильно готовиться к Новому году? Вы, как эксперт по Новым годам, должны им ответить. Мария, самое главное – это вовремя выбрать хорошие подарки. У вас с этим делом вообще как это обстоит? Вы сами-то успеваете подарки выбирать? В спешке, конечно, очень мало времени остается, но да, я стараюсь. И для некоторых людей еще не успела купить, но я думаю, что за несколько дней до Нового года еще есть время, я успею. Ну, всегда с вашим визитом место в нашей студии становится катастрофически мало, потому что все заставлено волшебными коробками. Ну, давайте с чего-нибудь начнем. Что вы сегодня нам принесли? Давайте начнем. Я принесла сегодня варианты как раз-таки подарков для родных и близких. Качественная, красивая посуда. Начнем мы вот с этой большой коробки, в которой находится кувшин и несколько стаканов. Они украшены вот такой замечательной золотым узором. Выполнены они из экологически чистого стекла и станут действительно хорошим и красивым подарком на Новый год. Скажите, а правда они малобьющиеся? Точнее, трудно бьющиеся? Действительно, да. Они в три раза прочнее посуды из других материалов. Это да, это правда. Та-дам, там, та-дам, та-дам. Я запомнила этот кувшин, собственно. Положили на него глаза. Давайте еще что-нибудь. Покажите мне стаканчик. Он в такой же гамме выполнен? Да, ой, какой это красивенький. Комплект. Прелесть какая. Слушайте, я хочу. Я вообще такая в этом плане хочуха. Я хочу все абсолютно, все, что связано с посудой. Держите. Ой, и крышечка-то у кувшинчика конечно, есть. Конечно, есть крышечка. Любо-дорого посмотреть. Вы знаете, я с завидной регулярностью бью фужеры. Вот. Очень у меня непростые отношения с ними складываются. На счастье, надо полагать. Какие фужеры у вас можно приобрести так, чтобы на века и чтобы не била я их больше никогда? Вам на заметку, Мария, и всем нашим телезрителям, вот фужеры на изящной тонко-черной ножке, да. Да? А мы можем это тоже конечно, распаковать? Конечно, да? Я думаю, что они поистине станут украшением любого стола и придадут застолью нотку торжественности. Так, как это открывается, Мария, помогайте. Вы у нас специалист по фужерам и коробкам. Видите, ой, какие слушайте, красивые. Прелесть. Очень красивые. Очень легкие при этом и, видимо, прочные. Да. И толщина стекла у них, мама дорогая. И что, правда, не разобьется, вот если я прямо сейчас такой, ах! Ну, давайте все-таки не будем. Ладно, а сколько это удовольствие стоит? Можно вас? Этот набор стоит 795 рублей. Цены слушайте, очень приемлемые. 6 штучек, да? 6 штук, да. Это прелесть набор. Какая. Так, ну я его себе тоже откладываю, как вы уже поняли. У вас карты принимаются прям с утра? Конечно. Замечательно. Так, дальше. Это у нас что? Это у нас набор из 6 стаканов, цветочной расцветкой. Я думаю, что станет очень хорошим подарком для мам, бабушек и тещ. Для тещи вообще отлично. Вот я как раз мужу порекомендую. Да. Мне кажется, он найдет наконец-таки контакт с тещей через стакан. Вот как бы это ни звучало. Мама у меня связу очень любит такое. Звено, все, да, да, пестренько. Ой, и птичка-то калибри тут есть. Да. Слушайте, ну милота, а если для мужчин? Ну вот для мамы мы нашли, для меня фужер на черные ножки тоже нашли. А для мужчин? А для мужчин-ценителей крепких напитков можно порекомендовать набор из 6 стопок. Вот стопочки вот тоже у меня. Тема. Вот такие милые маленькие стопки. Милые маленькие, удобные, в руке помещаются, крепко тоже тут все так выглядит. Очень толсто. И очень легко, что самое интересное. Я не понимаю, как такая толщина и такая легкость это одновременно. Секрет. Так, а цена вопроса вот этой стопочки, например? Цена набора всего 160 рублей. Так, пардон, набора? Да. То есть не одна нет штучка, набора. Да. Давайте сюда ко мне поближе. Слева сложу, все. Главное переезжать все к вам, да. Так, Мария, ну, со стопочками мы разобрались. А, кстати, вот эти вот бокалы для тещи, это какова их цена? Их цена 275 рублей. 275 рублей. Да, 275 рублей набор. 160 плюс 275 плюс мои фужеры. Я просто подсчитываю свой бюджет, чтобы понимать, какую сумму мне с карты сегодня придется снять. Так, ну, вот есть тут у меня еще тарелочки. Боже, тоже такая красота. Давайте вот сейчас и тут с папками своими разберусь.
А вы мне расскажите про эти тарелки. Это тарелки новинки Luminar 2016 года. Это посуда, которую мы используем каждый день по несколько раз. Действительно, поэтому она должна быть удобной, качественной и радовать глаз. Вот я думаю, что для любителей современного дизайна подойдут вот такие вот замечательные тарелки с современным графическим таким рисунком. Машенька, правильно ли я понимаю, у посуды, как и, допустим, у одежды, есть, видимо, какие-то новые коллекции? Конечно, да, они обновляются, да, и действительно каждый раз что-то новое придумывают. Ну, в основном это дизайн. То есть вы приезжаете такая на показ моды, на посуду, да? Можно и так сказать, выбираете, да, все актуальные новинки, которые можно было, да, предложить здесь, да, у нас в Калининграде. Именно так. Отдавайте мне свои тарелки. Я буду самая стильная хозяйка на кухне, исходя из того, что у меня последние новинки. Вот есть еще вот такие вот. Ой, мне это даже больше нравится, красненькая. Я люблю красненькое. Слушайте, ну красота. Та-дам, та-дам. Вот видите, я нечаянно стукнула их, они не разбились. Хорошие тарелки. Потому что прочные, да. Так, у вас еще какой-то дизайн есть? Да. И это уже все из коллекции вот 2016 года? Это все новые коллекции, да. Все тарелки, которые мы сегодня будем рассматривать, это все новые коллекции. Это вот уже такие цветочные мотивы, цветочные рисунки. Так, и а на новогодний еще стол вот что вы можете предложить? Ой, какая да, красота. Видите, какая красота. Слушайте, я это тоже хочу. Дайте я покажу. Смотрите, какая прелесть. Вот это вот прям на мою цветочную кухню. У меня там все в цветах. И вот прям достойно. Видите, Мария, как раз даже для вас. Маша, мне вас Бог послал. Мне вас всегда Бог посылает именно в тот момент, когда мне хочется деньги потратить. Так, Маш, про Новый год. Что можно на новый новогодний стол положить такого? На новогодний стол можем поставить, во-первых, вот такие замечательные бокалы для шампанского. Очень элегантные. Выполнен также из ударопрочного стекла. И видите, какая оригинальная упаковка. Готовый подарок. Так, они пожаростойкие, потому что я, как правило, сжигаю бумагу. Удары стойкие, да. Я поняла. А как они на огонь не реагируют? Еще больше крепчают. Крепчают, да. Я так и думала, что они закаляются. Да. Давайте вот я тоже подержу их, посмотрю их. А что касается тарелок, можно предложить вот такой вот. Как вы элегантно нырнули за мою спину. Элегантный вариант с серебряным узором. Очень оригинальная форма. Я думаю, что украсит любой стол. Так, дайте мне это тоже пощупать. Дайте мне это посмотреть. Я все-таки удивляюсь. Вот если я говорила о рюмках, они действительно очень с тонкими стенками. Тут очень тонкое все, такое прям какое-то невесомое. Да, тонкое, изящное. И, да, изящное, вы абсолютно правы. И при этом оно, я так понимаю, абсолютно прочное. Да. Абсолютно. Господи боже, ну как вот с этим расстаться, Маш? Мне придется взять вас в заложники со всем тем добром. Мария. Ну подарите мне уже, правда, ей-богу, сколько я могу тут выклянчивать? Уже 5,5 минут сижу, выпрошу у вас тарелки. Так, что это вообще за бренд такой? Это вообще один ли бренд или это какие-то, да, разные фирмы? Это все посуда одного бренда Luminar, ведущего производителя стеклянной посуды в мире. Если говорить о тарелках, то в каждой линейке представлены тарелки-салатники различных диаметров, и их можно приобретать как по отдельности, так и в наборе сервизе. То есть вот мы видим, что ассортимент у бренда очень широкий. Я думаю, что каждый найдет себе по вкусу подарок и какую-нибудь вещь. Однозначно. С учетом того, насколько я люблю всякие французские бренды, Luminar – это абсолютно моя фирма. Я вот сейчас чувствую себя королевой просто кухни, облаженной со всех сторон красотой такой невероятной. Так, где это все можно купить? Приобрести все вот эти варианты подарков, о которых мы сегодня говорили, можно в сети магазина посуды Фрадов, который является официальным дилером бренда Luminar. То есть вы единственный, кто представляет фирму Luminar у нас здесь в Калининграде. И вот за качественными такими вещами только к вам. Да, абсолютно точно. Расцелую вас сейчас, Машенька, за то, спасибо, что привезли в наш город такое роскошное вот это вот все великолепие. Так, от вас пожелания мне нужны для всех калининградцев, кто бьет тарелки. Желаю всем калининградцам успеть подготовиться к Новому году, купить все подарки, накрыть праздничный стол и встретить Новый год во всеоружии. Так, ну и последний вопрос. Хотя бы один адрес магазина «Радов», чтобы я знала, куда мне после эфира. Московский проспект, 186. Обещала расцеловать? Расцеловываю. Друзья, я вынуждена вас покинуть вместе с Марией, потому что мне надо это все упаковать, как бы, вы понимаете, да? Я же не с пустыми руками отсюда выйду. Вы там чем-нибудь займитесь буквально 3 минутки, я обязательно вернусь. Женечка, вот займи, пожалуйста, людей, да. А мы тут с Машенькой еще поговорим, пожалуй.
Спасибо вам большое, прекрасные девушки. Замечательный, собственно говоря, рассказ. Две Марии, да? То есть одна Мария, вы заметили, да, уважаемый коллегация, как одна Мария, собственно, рассказывает и повествовала о посуде, а вторая, ведущая Первого городского канала Мария Романова, опосудилась. Опосудилась в прямом эфире. Но, с другой стороны, ее тоже можно понять. Предновогодняя суета. И как приятно все-таки слышать вот звон посуды, стаканчиков, фужерчиков в прямом эфире. Потому что осталось всего 5 дней до Нового года. Сегодня 27 декабря. Утро на колесах. Пока что реклама. Возвращайтесь снова. Мы будем вас очень-очень-очень ждать.